Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посвятить вам канал Евгений Булгарин. Это канал ZH07 сервера Amazing Roleplay. Он решил попробовать себя в Ютубе. Его на канале уже вышло первое видео. Всем советую посмотреть и поддержать его видео лайком. Также подписывайтесь на его канал. Ссылочка будет в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Roleplay. Первый сервер. Мы здесь Кирилл Путболуби. Не забывайте видеть мою пререгистрации. Кстати, хочу передать привет Инсайд Капоне. Привет тебе. Итак, чуваки, сегодня у нас будет новая серия. Я расскажу, зачем все-таки я купил этот бизнес. Как бы потому, что я когда покупал, все-таки я не рассказал, для чего я его купил. Какая была изначальная цель покупки этого бизнеса? Зачем он мне был нужен? Потому что до того, как я его покупал, я не знал, что у него будет ГОСКа больше, что будет новый интерьер, будет бомба там продаваться и так далее. Я бы об этом не знал даже. Как бы. И те, кто пишут, типа, вот, на ОБТ сервере цены сделали специально такие. Вы что гоните, блин? Если бы они специально такие цены делали, казино бы не стоило 30 миллионов. И так далее, понимаете? На ОБТ сервере цены такие самые, какие будут после того, как зальют обновление на основные сервера Амазинга. Поэтому не нужно писать такой бред. Все цены там правдивые. Там цены поставили такие, какие будут на обновление, как бы. Вот мой бизнес, пиротехника, для чего я его, пацаны, купил. Изначально какая цель моя была покупки этого бизнеса? Я думаю, все знают Давидыча там и так далее. Возможно, это глупо будет сказано, но может сказать, что это будет наша смотра, пацаны. Это будет наша точка, где мы будем тусоваться и так далее. Здесь я проведу сходку скоро, потому что вы давно просили сходку. И сходка будет именно здесь, пацаны. Именно здесь. Найти вы можете этот бизнес через GPS. Шестой раздел и третий бизнес, если что. Почему именно здесь? Как бы это удобное место. Смотрите, здесь есть вот такая вот большая парковка, где все мы вместимся, конечно, если нас будет много, хотя я в этом не уверен, что нас на сходке будет много. Сходка будет, возможно, на этой неделе, будет стрим, именно стрим-сходка. Будет стрим, там я, в принципе, сюда подъеду, мы все соберемся, будем тусить. Может, позапускаем, кстати, ракеты, просто вот мой бизнес, позапускаем, может, ракеты, кто хочет. Я никого заставлять не буду покупать ракеты, как бы мне финка накручивать не нужно. Как бы кто-то хочет, тот зайдет и купит ракету. И постреляем. Было бы круто, если бы мы вместе, знаете, выстрелили все ракеты. Там нас было бы человек 50. Чтобы мы все одновременно ракету запустили. Я думаю, это было бы круто. Здесь есть вот такие лавочки. Здесь мы сможем, не знаю, посидеть по РП. Можно будет купить, пацаны, пивас. И просто потусить в этом ларьке. Понимаете? Вот в этом лоточке можно будет потусить. Просто зайти, знаете, там постоять, общаться, чисто пивас пить и так далее. Я думаю, это будет довольно-таки круто. Я думаю, это реально будет довольно-таки круто. Кстати, здесь недалеко вокзал. Если вы еще не играете на проекте, допустим, я там начну стрим, а вы еще не играете даже на этом проекте, то вон вокзал, кстати, Рыжиков. Вы сможете спокойно добраться вот сюда к нам и сможете с нами тусить. Реально вы сможете с нами тусить. Я его купил, этот бизнес, чтобы это была наша точка, это наша смотра была, чтобы мы здесь тусили. Как бы с Фомой. Фома, кстати, у меня есть. Давайте посмотрим, кто у нас сейчас в Фоме онлайн. У нас тут много, сейчас человек 20, наверное, онлайн. Фома у меня как бы большая. В Фоме там почти уже 1000 человек, наверное, блин. Потому что я на стриме копировал текст, смотрел, и там очень много людей. Ну, где-то, блин, 500 точно, наверное, есть, потому что я даже не смог посчитать нормально. Там заместительный только 50 человек, наверное. Поэтому как-то так, чуваки. Вот этот бизнес. Мы сможем, не знаю, ну здесь реально тусить. Я купил ради этого бизнес. Не ради того, чтобы перепродать и так далее. Я вообще не знал, что он будет прибыльный. Я его купил ради именно этого места. Если бы здесь не было вот такой большой парковки, я бы его не купил, серьезно. Я купил его в основном ради того, что здесь хорошая местность. Парковка есть, вон, ларек.
тут цветочки растут, недалеко здесь, 24 на 7 есть аптека, вокзал. Как бы место расположения очень даже крутое. Очень даже крутое, в принципе. Кстати, вот вы там скажете, допустим, да, что ты там вход платный ставишь, чтобы больше прибыль шла. Я его покупал даже не ради прибыли, понимаете? Я его покупал даже не ради прибыли. Я просто его купил. Можно будет так мне стоять, знаете, типа продавцом и так далее. О, шаурма, пацаны, блин. Это прикольно. Какие-то баллончики у нас. Комаров, походу, блядь. Коробочки тут. Серьезно, блин, можно купить будет ракеты, вот они. Здесь продаются. И так далее. В принципе, да. Я думаю, это будет круто. Как бы я здесь буду собеседование проводить в ФАМУ. Там буду писать просто, типа, проходит набор в семью. Family Kill Game. Просьба, типа, мы в навигаторе, там 6-3. Вы сюда приезжайте, все, я вас принял, и все, заебись. У вас, у меня. Поэтому я именно для этого и купил, пацаны. В основном, блин, именно для вас я его купил, чтобы здесь ходки делать. Как бы, и так далее. Потому что, ну, никакой бизнес не может похвалиться такой парковкой, понимаете? Никакого бизнеса нету такой большой парковки. Здесь можно будет пятаки покрутить, понимаете? Можно будет повалить боком. Погоняться, видите, тут, ну, блин, разогнаться даже есть место. Как бы, ну, все будет очень даже круто. Поэтому обязательно ставьте лайки, если вы ждете сходочку. Если вы реально ждете сходочку. И вы одобрите мою идею насчет того, что это будет наша точка. Даже когда меня не будет в игре, просто будете здесь тусоваться. Я буду здесь часто находиться, вы сможете меня здесь найти. Я здесь в натуре часто. Я постоянно каждый раз, когда захожу в игру, сюда приезжаю. Каждое утро. И тушу, блядь. Стою, короче, здесь. И просто, не знаю, там, по бизнесу, там, ракетки было позапускаю, подрачусь. Чисто, знаете, подписчиков бываю, встречу. Крутое место, на самом деле, видите, такая аллея есть. Ну, блин, вот какой бизнес может подхвалиться таким месторасположением красивым? С такой парковкой, с таким окружением, как бы. Нет, никакой, пацаны, никакой. А это будет наша точка. Да, после глобального обновления мой бизнес перенесут. Куда именно, я не знаю, потому что... Ну, я не знаю, короче, куда его перенесут именно. Я знаю, что он будет либо в Арзамасе, либо в Новом Арзамасе, либо в Южном. Но пока нету глобального обновления, пока оно не вышло, мы сможем здесь просто тусить. Но потом же, когда мой бизнес переместят, мы уже там решим, что делать. В принципе. Либо останемся здесь тусить, либо уже туда переедем... Там, где будет мой новый бизнес, в принципе, если там будет позволять парковочка там и так далее. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сервер, играйте и ждите новых серий. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side.